Всем привет! С вами канал Ontario 365, и это видео снято специально для канала Heavy Metal Gym. И сегодня мы будем готовить с вами ПП-пиццу, для которой нам понадобится 2 куриных филе, 50 грамм сыра, 4 шампиньона, 3 помидора, 1 перец, немного зелени, любой на ваш вкус, также 1 яйцо, любые специи и томатная паста. Соль, перец по вкусу. И начнем с того, что мясо я перебиваю блендером. Вы можете сделать так же, как я, можете в другом блендере это сделать, можете также через мясорубку это пропустить. Ну, в общем, нам надо измельчить мясо. После чего отправляем туда яйцо. Также любые ваши специи, я брала вообще универсальные. Также добавила туда соль и перец. И все это хорошо вымешиваем ложкой. Ну вот, наша основа для пиццы готова. А теперь на силиконовый коврик, который я ничем не смазываю, я отправляю наше мясо и равномерно распределяю по нему. Такую пиццу очень удобно брать с собой, и также она вас действительно насытит, и вы не будете ходить голодными. А если вам интересны рецепты еды с собой, которые удобно брать с собой, то обязательно загляните ко мне на канал Ontario 365, там есть действительно целая подборка видео по этой теме. И отправляю в разогретую до 180 градусов духовку где-то на 25-20 минут. Смотрите, когда выпарится вся лишняя вода. А тем временем мы нарезаем наши шампиньончики. Начинку вы можете использовать совершенно другую, просто я считаю, что грибы с мясом и овощами — это отличное сочетание. И также в ней достаточное количество белка, так что ее можно съесть даже после вашей тренировки. Также измельчаем перец. И нарезаем помидоры, куда же без них. А предыдущий рецепт «Творожная Пасха» вам действительно очень понравился, и мне было очень приятно видеть такие результаты и вашу отдачу, что я замотивировалась этим и сняла новое видео, называется «ПП Пасха или кулич», который вы сможете посмотреть у меня на канале Ontario 365, ссылка будет внизу. Это переделанный традиционный рецепт Пасхи под правильное питание и для всех тех, кто следит за своей фигурой. Так что обязательно загляните и приготовьте этот рецепт на Пасху. Вот такая основа у меня получилась. Как вы можете заметить, она уменьшилась в размере, но это не удивительно, потому что мы использовали мясо. И теперь сверху нее отправляем томатную пасту, где-то 2 столовые ложки.
сверху выкладываем грибочки. И как вы уже заметили, что размеры такой пиццы, ну, не маленькие. Ее хватит вам надолго, либо если вы готовите это к какому-то празднику, то оно отлично украсит ваш стол. А затем помидорчики и перчик. И опять отправляем в разогретую до 180 градусов духовку где-то на 15 минут, чтобы приготовились остальные наши ингредиенты и вообще все вкусы перемешались. И где-то за 5 минут до готовности я нарезаю нашу зелень. У меня это был укроп и петрушка. Ну и последнее, это посыпаем все сыром и зеленью и отправляем в разогретую духовку где-то на 5 минут, может даже меньше, чтобы сыр расплавился, и уже можем кушать. Если вам понравилось это видео, то обязательно оставляйте под ним свои лайки и пишите свои комментарии. Вот такая она у меня по итогу вышла. А у меня все. И еще раз хочу поздравить вас всех с наступающим праздником Пасхи от канала Ontario 365. И чтобы порадовать меня немного в этот день, обязательно загляните на мой канал и подпишитесь.